В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Сенатор Алексей Русских с рабочим визитом посетил Ленинский район. Уровень подготовки школьников в Ленинском районе очень высокий. В главной усадьбе музея-заповедника «Горки Ленинские» прошло торжественное мероприятие по случаю 70-летия со дня основания учреждения. Творческое вдохновение, новых свершений в работе, оптимизма, благополучия, а музея, конечно же, процветания. В 7-й школе прошел отборочный тур традиционного районного конкурса «Рыцарь года». Показать свои таланты, посмотреть, на что вообще способен. Алексей Русских с сентября 2018 года, представляющий интересы Подмосковья в Совете Федерации, посетил город Видное с рабочим визитом. Он побывал в одном из лучших учебных заведений Ленинского района – Видновской гимназии, а также в здании администрации провел прием граждан, которые смогли обратиться к нему с разными вопросами. Обо всем подробно расскажет наш корреспондент Анастасия Воронина. Видновская гимназия, несомненно, одно из лучших образовательных учреждений Ленинского района. С момента основания не опускающей высоко подняты планки. Поэтому именно она стала площадкой для визита Валерия Венцеля и сенатора от Московской области Алексея Русских, который приехал в город Видное, чтобы познакомиться с учителями муниципалитета, поговорить с ними об уровне образования в районе, а также выслушать насущные проблемы. Все, что в моих силах, я, конечно, использовал бы тот статус, который у меня есть, чтобы какое-то развитие получилось, в том числе и, естественно, в системе образования. Директор Видновской гимназии Татьяна Анашкина радушно встретила гостей. Делегация посмотрела оборудованный класс по труду, пообщалась с учениками и познакомилась с музеем школы, в котором гимназисты провели небольшую, но интересную экскурсию. На этих столах вы можете наблюдать творческую деятельность нашего музея. Ребята ставили спектакли по произведению Бориса Васильева «А завтра была война» и «А зори здесь тихие». В завершении встречи отличившихся педагогов Ленинского района сенатор наградил почетными грамотами Совета Федерального Собрания Российской Федерации за значительный вклад в развитие образования. Я думаю, что такие встречи нам нужны, потому что действительно мы, в общем-то, рассказали о своих проблемах, и нам было дано обещание, что по возможности, конечно, нам помогут. Нам нужно помогать школам, потому что проблем у нас достаточно много. Мы надеемся на эту поддержку и помощь. Уровень подготовки школьников в Ленинском районе очень высокий. И вот гимназия, которую мы сегодня посетили, это, по сути дела, дом. Чистота, порядок, уют, приветливые детишки, которые первое, что здороваются со взрослыми, улыбаются, очень вежливые. И видно, что качество образования здесь на самом высоком уровне. После встречи с учителями Алексей Русских отправился в районную администрацию, где его уже ожидали люди, чтобы задать волнующие их вопросы, касающиеся абсолютно разных тем. Состояние окружающей среды, продвижение новых прогрессивных технологий в медицине, повышение качества работы и предоставляемых услуг управляющими компаниями. Все эти компании аффилируют с одним и тем же человеком, соответственно, местным оператором, районным, благодаря областным, они не дают заходить в эти микрорайоны в стройки. То есть они не дают им работать. Алексей Русских, внимательно выслушав всех пришедших, дал дельные советы и пообещал помочь решить возникшие вопросы, а также и в будущем не обходить своим вниманием Ленинский район. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ. У нас в студии заместитель начальника управления пенсионного фонда по Ленинскому району Московской области Юлия Филатова. Сегодня мы обсудим повышение пенсий сельских пенсионеров. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Итак, кто же имеет право на надбавку к пенсии? С 1 января 2019 года вступила в силу норма закона, которая дает право на установление 25% надбавки к фиксированной выплате страховой части пенсии лицам, проработавшим не менее 30 лет в отраслях сельского хозяйства. Какие условия нужно соблюсти для того, чтобы получить эту надбавку? Первое, отработать не менее 30 лет в отраслях сельского хозяйства. Второе, быть неработающим пенсионером, получателем страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности. И третье условие – проживать на территории сельской местности. А требуется ли куда-то обращаться за перерасчетом пенсии? Большая часть таких граждан перерасчет был произведен в автоматическом режиме. В случае, если гражданин не получил данную надбавку,
он может обратиться с определенными документами в управление пенсионного фонда. Если обращение последует до конца текущего года, то бишь до 31 декабря 2019 года, перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года. Если обращение последует в более поздний период, перерасчет будет осуществлен с 1 числа следующего месяца, следующего за обращением. Хорошо, а какова же сумма надбавки? Значит, фиксированная выплата у нас составила 5 334 рубля 19 копеек, соответственно 25% повышения, это составит 1 333 рубля 55 копеек. Ну что ж, хорошие новости для пенсионеров. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника управления пенсионного фонда по Ленинскому району Московской области Юлией Филатовой. Продолжаем выпуск. В эти дни отмечается 70-летие со дня основания музея-заповедника «Горки Ленинские». По этому случаю в главной усадьбе музея прошло торжественное мероприятие. На нем побывала и наша съемочная группа. В зимнем саду усадьбы собрались работники музея-заповедника, жители и руководство «Горок Ленинских» – высокие гости. У каждого выступающего в запасе немало теплых слов в адрес тех, чья работа – сохранять и изучать историю России. Всему коллективу я желаю благополучия, крепкого здоровья и дальнейших успехов в том, чтобы этот музейный комплекс получил новую достойную жизнь. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков зачитал поздравительный адрес главы муниципалитета. Творческого вдохновения, новых свершений в работе, оптимизма, благополучия, а музеев, конечно же, процветания. Музей-заповедник был открыт к 25-й годовщине смерти Ленина в январе 1949 года. Тогда он состоял только из усадьбы, где была сохранена обстановка, в которой жил и работал вождь Октябрьской революции. Безусловно, в музее есть большой вместительный зал, но он расположен в историко-культурном центре, который построен только в 1987 году. А потому праздник было решено провести здесь, в усадьбе, где и начиналось то, что теперь именуется «Музей-заповедник Горки Ленинские». В одном из залов пришедшие на праздник могли увидеть картины из коллекции музея. Совсем недавно экспертиза подтвердила, что одно из них – кисти Исаака Левитана. Три других созданы представителями австрийской и французской художественных школ. Музей существует 70 лет. Однако большую часть своего времени он был идеологическим, он был политическим в первую очередь. И эти предметы интересовали исследователей как предметы, связанные с жизнью Владимира Ильича Ленина. Сегодня они интересуют не только в этом аспекте, а также как и художественное собрание. Первая экспертиза, которая была проведена в середине 2000-х годов, она была визуальная. И она не позволила подтвердить изначальное предположение сотрудников. В данный момент появилась возможность провести полную экспертизу в научно-ресурсационном центре имени Грабаря. После официальной части гостям показали концерт, подготовленный музыкантами Московского губернского колледжа искусств. Сегодня Горки Ленинские – это больше, чем музей. Здесь проводятся музыкальные фестивали и праздники для взрослых и детей. Создаются тематические экспозиции и организуются научные конференции. Но было так не всегда. Работаю с 1983 года, после окончания исторического факультета МГУ. Когда я пришла работать в этот музей, и еще на протяжении долгих лет, музей тогда был мемориальным домом-музеем Ленина. Это был идеологический такой политический центр. Все предметы были покрыты чехлами. Здесь была документальная экспозиция, рассказывающая о жизнедеятельности Ленина в Горках. Самый трудный период, наверное, был, это все-таки перестроечные годы, когда изменился менталитет людей, изменилась социально-экономическая обстановка, политическая обстановка в стране, и музей практически стал непосещаем, потому что в новых реалиях, нового времени он оставался, не развивался, оставался на том прежнем уровне. На территории заповедника сейчас работает 4 музея – усадьба, кабинет и квартира Ленина в Кремле, музей крестьянского быта и мемориальный музей Ленина. Но в нынешнем году появится еще одно историческое сооружение. Совершенно недавно, в середине прошлого года, от города Москвы к нам перешли исторические оранжереи и конюшни конца 19-го, начала 20 века. В свое время они эксплуатировались одной из владелец усадьбы – Зинаиды Григорьевны Морозовой. И мы работаем над созданием новой научной экспозиции, которую получила свое название «Уникальное усадебное хозяйство». Подсчитано, что за всю историю музея-заповедника его посетили 12 миллионов человек. Над сохранением и приумножением исторических экспонатов трудится коллектив из более чем 100 человек. И все они настоящие энтузиасты своего дела.
Когда ты сталкиваешься с такой личностью, да, как Владимир Ильич Ленин, или вот с историей России, где до сих пор много темных пятен, да, где мы все время, там, последние 500 лет отвечаем на одни и те же вопросы, и все никак не можем на них ответить, да, вот именно это очень увлекательно, это азарт. Редакция нашего телеканала присоединяется ко всем поздравлениям, которые прозвучали в адрес коллектива музея-заповедника. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ. В школе номер 7 прошел отборочный тур традиционного районного конкурса «Рыцарь года». На первое испытание прибыли рыцари со всех школ Ленинского района. Ребятам предстояло не только продемонстрировать свои таланты, но и раскрыть в выступлении основную тему конкурса этого года, рассказав о том, кого они считают настоящими героями и почему. Оценила первое сражение рыцарей и наш корреспондент Екатерина Борисова. Здесь собрались самые смелые, самые умные и самые талантливые школьники Ленинского района. В 7-й школе стартовал отборочный тур ежегодного конкурса «Рыцарь года». Впервые конкурс провели в далеком 1996 году. За 23-летнюю историю в нем приняли участие более 4000 старшеклассников муниципалитета. Несмотря на столь солидный возраст, конкурс продолжает удивлять и радовать не только зрителей и участников, но и организаторов. Более динамичные выступления, более яркие, более технически оснащенные. Уровень растет с каждым годом. Задача претендентов на звание «Рыцарь года» – продемонстрировать свои вокальные, танцевальные и спортивные навыки, покорить строгое жюри и сделать свое выступление запоминающимся, ярким и креативным. Барынь, господи, барынь, чего на полу лежишь? Ой, жив, чинящий, ой, жив, мой родненький, Савва Тимофеевич, подъем, господи. «Мой герой» – так звучит в этом году тема конкурса. Ребятам предстояло не только раскрыть ее выступление, но и обосновать свой выбор. И тут стало понятно, насколько все претенденты в «Рыцари» разные. Для меня герой, вот для меня герои выбрали герой Куликовской битвы инок Александр Пересвет. Я в чем-то похож на Пересвета. Я верующий православный человек, будущий священнослужитель. И как бы тоже стремлюсь к богатырской силе. Культовый рок-музыкант, обычный парень-волонтер, знаменитый меценат Савва Морозов, солдат, погибший на поле боя во время Великой Отечественной войны, артист балета, инок. Герои у современных школьников самые разные, но всех их объединяет одно – благородство, честь и бескорыстность. Так же, как участников конкурса «Рыцарь года» объединяет любовь и стремление к созиданию и творчеству. И это главная цель всех претендентов «Рыцарей» и их помощников по команде. Показать свои таланты, посмотреть, на что вообще способен. И, ну, принять участие в таком конкурсе, конечно, это тоже всегда хорошо. Я не волнуюсь, потому что я уже много раз выступал, и с волнением на сцене я уже могу побороться. Почти все претенденты на звание «Рыцарь года 2019» показали себя достойными носить столь почетный титул. Жюри пришлось нелегко. В итоге было решено, что в решающем финальном поединке сойдутся команды из ВХТЛ и 2-й, 5-й, 7-й и 9-й виновских школ. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Видновском районном историко-культурном центре для школьников начальных классов состоялся театральный мастер-класс. На нем побывали второклассники 4-й школы и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Арсения Рогозянского. Чтобы стать актером, необходимо большое желание. Именно с таких слов начался театральный мастер-класс для школьников начальных классов. В ходе урока дети узнали об основах сценического искусства, а также смогли убедиться в том, что быть актером увлекательно, но очень непросто. Когда останавливаемся, останавливаемся не резко. Маленькие гости мастер-класса увлеченно наблюдали за сценическими упражнениями. Детям понравилась такая веселая и необычная разминка, в которой актеры тренировали тело, речь и дыхание. Потому что там они так делают движения, не резкие, а плавные. Это сложно так делать. Софья Похвали занимается театральным искусством уже 4 года и планирует стать профессиональной актрисой. Она признается, для нее театр больше, чем просто исполнение ролей на сцене. Это определенный процесс, который просто нужно переживать внутри себя каждый день просто. То есть никогда мы приходим даже, когда мы действительно уже там работаем, это надо погрузить себя в это действительно и просто наслаждаться.
Одна из учениц второго класса Диана Севцова прочитала стихотворение Саши Черного «Снежная баба». Выступление девочке понравилось не только ее одноклассникам, но и актерам. Она признается, что и сама хотела бы стать актрисой, поэтому за действиями ребят из театральной мастерской следила очень внимательно. Я очень быстро учу стихи и всякие песни. Юные актеры также прочли стихи и прозу. Для того, чтобы качественно исполнять свои роли, необходимо заниматься несколько раз в неделю. Во-первых, я себе совершенствую речь. Это один из явных факторов, который понадобится в жизни. Для вторых, это раскрепощение. Для того, чтобы нормально участвовать в своей повседневной жизни, не бояться ничего и идти только вперед. Театральный мастер-класс запомнился гостям хорошей игрой юных актеров и веселой атмосферой. В год театра особенно важно знакомство с этим видом творчества. Оно позволит каждому усвоить главный урок великого классика Константина Сергеевича Станиславского. Умейте любить искусство себе, а не себя в искусстве. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в заключение выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 8 февраля, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Температура минус 2 градуса, без осадков. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.